Добрый день, дорогие друзья! Совсем скоро, в понедельник, стартует наш курс «Внутренняя отладка себя» с Андреем Ахаримуком. О чем этот курс и зачем он нужен? Этот курс уже будет проходить второй раз. Первый раз получился достаточно успешным. По обратной связи у нас есть люди, у которых коренным образом изменилась жизнь, у кого коренным образом поменялось сознание, и это радует. Таких людей, конечно, немного, но то, что мы можем человеку пообещать, это то, что хотя бы раз свою душу напрямую он почувствует и услышит. Более того, что она включится и в дальнейшем она начнет рисовать ему те варианты развития событий, чтобы он все-таки начал заниматься саморазвитием, изменил свою жизнь, включил свой мозг и начал становиться осознанным человеком. Вот это будет обязательно. Так ведет, проявляет себя абсолютно любая душа, которую хотя бы хоть раз человек услышал в своей жизни, да, тогда она четко идет и ищет вот эти варианты, вот эти возможности. Потому что жить в гармонии со своей душой – это значительно приятнее, значительно интереснее и для самого человека, и для его души, и для всех игровых моментов, связанных вот с реальностью. Когда я говорю и для того, я как бы немножко лукавлю. На самом деле человек – целостное, единое создание, да, но у этого целостного и единого создания есть еще другие психические структуры, такие как программа ума, как эго, как высшее я. И вот эти структуры зачастую, имея в себе какие-то концептуальные программные блоки, например, это должно быть так, так правильно, так неправильно, вот надо поступать так, а вот это, вот это. И вот когда мы жестко на что-то реагируем, соответственно, все это проявлено у нас в реакциях, и это реактивная составляющая, это и наши поведенческие моменты в жизни, наши инстинкты и так далее. А из этого всего ткется ковер наших отношений, нашего бизнеса, нашей реализации, наших успехов, нашего счастья. По сути, нашего счастья. И когда человек сам себя не слышит, то, как правило, и со счастьем у него проблемы. Поэтому мы предлагаем человеку зарегистрироваться на курс. На курсе мы будем работать. С одной стороны, это будет коллективное обучение. Все будут учиться, все будут проговаривать, все будет вместе. Курс будет идти только онлайн. Живого не будет в данном случае и не планируется и в дальнейшем. Это онлайн-настройки. И при этом мы будем работать постоянно индивидуально с кем-то. То есть я по списочку ровненько настраиваюсь и выходим на подсознание каждого человека. У каждого человека индивидуально снимается информация, какие программы, какие травмы, что ему мешает слышать себя. Высшее я, эго, структура ума, что перекрывает, как это подкорректировать быстро. Все это идет на проговор, все это устраняется, удаляется. И таким образом от человека к человеку мы перепрыгиваем и отрабатываем. Поэтому мы работаем вдвоем. То есть я веду этот процесс, говорю, какие техники мы применяем, помогаю проговаривать людям, концентрирую, помогаю человеку найти точку концентрации внимания. А Андрей конкретно, он уже находится в глубоком погружении в свои внутреннее состояние сознания. Его душа уже непосредственно коннектит с той душой, на которую идет выход. И дальше мы помогаем человеку проработать вот эти глубинные моменты. Я понимаю, что звучит страшно для людей, которые никогда это не проживали на себе. Это звучит вообще таинственно, вторжение и так далее. На самом деле вторгаться в себя будете вы сами. Погружаться в себя будете вы сами. Свои программы удалять и корректировать, и осознавать, и так далее, завершать, забирать ресурсные травмы, встраивать в свою жизнь, энергию и так далее. Это все вы будете сами. Мы вам просто будем, как наблюдатели, говорить, в вашем случае надо сделать это и это, и делается это вот так. И каждому конкретный инструмент в каждый момент времени. За счет этого идет невероятная эффективность. По сути дела, вроде бы как индивидуальная работа и коллективная вместе взятые. И все это под задачу именно помочь человеку услышать себя. А по сути дела, изменить свою жизнь. Потому что я не встречала людей, у которых после такой работы жизнь не меняется. Не меняется в лучшую сторону. И тут же страхи. Можно ли нам при этом причинить вред? Господа, сам себе человек вред причинить не может, а уж тем более его душа не будет причинять просто так вред его телу. Да?
И уж тем более она не может причинить вред его сознанию. Вот. А здесь будет вестись прямая работа, которую вы будете делать сами. Поэтому, так как мы все-таки получаем доступ и разрешение на то, чтобы получать информацию из вашего подсознания, нас будут разделять финансовый платеж за участие в данном курсе тренинга. Вы оплачиваете семинар, мы вносим в списки и работаем с вами. Работаем 4 дня с 19 часов и до упора. Ну, обычно до 22, может быть, 23, плюс-минус. Как будет получаться? В течение 4 дней мы будем каждый день раскачиваться, грузиться туда-сюда. Мы будем осваивать психотехники, мы будем осваивать медитативные техники работы с собой. По сути дела, мы будем осваивать практику инфодайвинга, и мы будем первично учиться брать информацию. Мы будем учиться контактам и ченнелингу параллельно. То есть, на самом деле, какая разница, что вы возьмете в призму своего внимания в дальнейшем, какой объект, с которого вы будете брать информацию. Мы будем всему это учиться, но мы будем учиться это все через призму своей души, чтобы изначально мы выходили сразу на объективную информацию, чтобы мы не тратили время на разводы ума, на придумки эго и высшего я для того, чтобы компенсировать какую-то свою травматику. Вот этот туннель к душе через программы мы пробьем. Как вы его в дальнейшем будете расширять или вы его завалите назад хламом, это ваше дело, но на период тренинга вы это получите, вы это прочувствуете, и вы можете это забрать в свою активную жизнь. С вами была я, Наталья Зайцева. До встречи на тренинге.